А прямо сейчас на эту сцену выходит очень важный гость. Человек, без которого вот этого всего сегодня никогда бы не было. Более чем 20 лет назад этот человек замутил среди своих одноклассников рок-группу под названием «Кутузовский проспект», который еще через некоторое время была переименована в «Четыре таракана», а остальная история. Денис Рубанов со своей персоной. Солнце защитное, вместо глаз отвязающее, за нахождение крови. Большое спасибо. Nice to meet you.